Когда Иисус Христос избрал себе последователей, я думаю, не случайно назвал их учениками. Уже тогда Иисус Христос понимал, что христианин, его последователь, он будет учиться всю свою жизнь. И время, в котором мы живем, уникальное время, когда на нашем постсоветском пространстве появилось столько возможностей учиться основательно, фундаментально, было бы глупо терять эти возможности. Христианин для меня — это человек, который учится всю жизнь, и для этого есть различные методы. И сегодня Бог дал нам возможность учиться на стационарных программах, и мы должны это использовать и быть благодарны Богу за это.